дуже близько до Sleeping Zone. Гарна траєкторія, гарні кути. І витягує, витягує Нікіта Малой. Браво, браво! Итак, у нас второй заезд. Андрей Говоров впереди, едет близко. Здесь не очень хорошо по попаданию пошел Андрей, очень узко вовнутрь. Здесь широко хорошо, но Никита Лукьянов очень здорово за ним держал. Правильная ошибка, но очень-очень сильно проехал Слава Боровицкий. Молодец. Никита Лукьянов, Руслан Шевчук. Выравнивание Руслана, нервы, догоняет. Очень хороший навык. И вот давайте посмотрим следующий заезд. Когда он будет вторым ехать, ему нужно будет справляться со всеми ошибками Руслана Шевчука. Очень хороший заезд и Шевчука. Постройки автомобилей. Разные подходы. Итак, есть старт. Отрывается очень сильно. Почему-то и люк. Что-то не так с Лукьяновым. А это бензопила нереальная. И люка били дальше. Очень большие обороты у Лукьянова Никиты. И сейчас посмотрим, справится ли он со своей машиной. Честно говоря, Дмитрию Люку не стоит рисковать. Он аккуратненько проедет. Едет внутри. Близко. Корректировка небольшая. Через прямые колеса проехал и люк, насколько я увидел. А у нас есть старт. Первый Никита Лукьянов. Постановка. Синхронная постановка от Боровицкого. Боровицкий сильно внутри едет. Выравнивание Боровицкого. Дальше близко. Итак, у нас старт. Очень сильно как-то оторвался Слава Боровицкий. Лукьянов прилипает к нему на... Объясню сейчас зрителям, что происходит. Сейчас у нас есть 4 пилота. Это Никифоров и Лукьянов. Они борются за выход. Борются за выход, чтобы дальше в сетке бороться за третье место, возможно. А возможно пойдут дальше. Отличный заезд от Никиты Лукьянова. Виталий Никифоров, надеюсь. Есть старт, разгон. Ой,
Никифор, Лукьянов к Никифорову. О, это круто! Спасибо, зрителям!